Я читаю Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззакония, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими, Ты ненавидишь всех делающих беззакония. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины, сердце их — пагуба, гортань их — открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его».